Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Toyota RAV4 2007 года выпуска, 2 литра механика, полный привод. На этом автомобиле мы сегодня заменим антифриз в двигателе. Заливать будем тойотовский концентрат, разведем его дистиллированной водой. Поднимаем автомобиль, находим пробочку слива тосола, слива антифриза с радиатора и, если есть, с блока. Поднимаем. Поднял автомобиль, снял защиту металлическую, снял защиту пластиковую. Здесь, если по ходу движения автомобиля с левой стороны под нижним патрубком у нас кран радиатора. Одеваем на него шланг. Шланг скидываем в емкость и открываем краник. Вот видно, пошел антифриз. Пусть он у нас стекает. После того, как мы сольем с радиатора, будем сливать с блока. Хорошо, что на двигателе 1АЗ на блоке тоже есть краник. Так, слился антифриз с радиатора. Слилось примерно 3-3,5 литра где-то. Закрываем краник. Снимаем шланг. И одеваем этот шланг на кран на блоке. Кран на блоке находится над фильтром. Вот он сверху у нас. Ключик на 10. Также одеваем сюда шланчик. Сбрасываем его в бачок для слива. И открываем головкой на 10 краник. Все, по трубке пошел антифриз. Теперь сливаем с блока. С блока слилось немного антифриза. Примерно около литра. А то и того меньше. Закрываем кран. Снимаем шланг и опускаем автомобиль, разводим антифриз и заливаем. Опустил автомобиль. Из бачка, когда сливал, я выдул антифриз. Бачок у нас тоже пустой. Антифриз мы будем использовать Toyota. Оригинальный номер 088-89-80-015. Это на 75 градусов антифриз рассчитан. Заливаем его в канистру. Разводим из расчета на 3 литра антифриза 2,5 литра воды.
заливаем в чистую канистру. Вот такой он концентрированный, темный цвета. И дистиллированная вода заливаем. Теперь немножко взбиваем и заливаем в автомобиль. Получается 3 литра антифриза, концентрата и 2 литра воды. Идем заливаем. Вливаем. Залил я, получилось 4250, ну 4300 вошло у нас антифриза. Бачок по верхней метке залит. Если вот сбоку посмотреть, его видно. Закрываем пробку. И на этом все. Замену антифриза мы закончили. Всего вам доброго.